Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет новая игра под названием Cyber World. Как разработчики пишут в описании, это единственная и лучшая игра в мире с открытым миром в стиле киберпанк на Android. Если вдруг вы скачаете эту игру по ссылочке в описании, когда вы зайдете, вы посмотрите промо-ролик этой игры. Там все похоже на киберпанк, но я не знаю, что будет дальше, потому что я не играл в нее и... Только вот смотрел, получается, этот промо-ролик. К сожалению, вам его не покажу, его уже не включить, потому что надо ее удалить, заново скачать, и тогда появится киберпанк, да. Как вы знаете, совсем недавно вышла эта игра, киберпанк 2077, набирает популярность, ну, кто бы сомневался, конечно же, да. И запомните мои слова, пожалуйста. На андроиды, на айфоны выйдет множество киберпанков на андроид. Я даю 100%. Это будут клоны, это будут подобия, это будет вообще трэш на андроиде. Я вот уверяю, вот одна из них, можно так сказать, потому что лучшая, единственная игра с открытым миром и в стиле киберпанк на андроид. Я, ну как бы, вот смотрите, она бьет не туда, где он. Уже, где лучшая? Нету лучшего. Понятно. Что дальше? Мы берем... О, вот это поинтереснее сейчас будет. Так, аж про все забыли, да? Так, наша девушка, подходим и начинаем бить. Я бы не сказал, что графика прям мега крутая. И да, кстати, игра весит 500 мегабайт. Вот так вот. Что нам? Вот это надо забрать, да? Нажимаем, нажимаем, нажимаем. Нажимаем и нажимаем улучшить наше оружие, смертоносное оружие. Так, эта игра походу тоже набирает популярность, потому что она же единственная в мире такая игра в стиле киберпанка, поэтому по-любому наберет популярность. Так что Cyber World Online. Игра работает с интернетом, естественно, по названию уже понятно, что онлайн, все, интернет нужен по-любому. Вес говорил, да, игры? 500 мегабайт, если вдруг не говорил. Если говорил, то вот, запомните. Так, давай. Синхронизация прогресса. Так, ждем. Вот такая вот игрушечка уже вышла на Android в стиле киберпанка. Так что, пусть это видео будет историческим, ведь я снимаю... Единственную лучшую игру в мире. Я просто сколько игр переснимал на Android, и я не играл еще в такие игры, как в эту. Поэтому я вообще отлично. Я сейчас в состоянии прям, не знаю, какие слова подобрать. Так, идет до сих пор синхронизация. Я уже не знаю, что говорить вам. Не знаю, что мне скажет сейчас игра. И просто ждем. Сейчас еще чуть-чуть, если нет, то я завершу запись, и мы с вами, я сам точнее подожду, а потом уже вместе с вами посмотрим, что с ней произошло. Видимо, киберпанк даже на андроиде плохо тянет, потому что, смотрите, мир, синхронизация, прогресс, все, он встал, он грузит, непонятно, что с ним происходит, и давайте 10 секунд еще я перезайду, если что, все сделаю, потом поиграем чуть, да и будем с вами завершать эту единственную лучшую игру. 9, 8, у тебя есть шанс загрузиться. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вот, да. Сейчас, подождите, я все сделаю как надо.